Юный гонщик Дмитрий Шепет – главный герой первого этапа чемпионата Омской области по картингу. 13-летний спортсмен перешел в новый класс картов – Rotax Max Junior. С первой попытки завоевал золотую медаль победителя этапа. В самом скоростном классе картов – Rotax Max Profi – отличился Максим Серегин. Наибольшее число гонщиков стартовало в четырехтактном бюджетном классе «Супер Хонда». В двухраундовом споре верх взял Сергей Скутельский. Следующий этап соревнований пройдет в середине июня. В ближайшие выходные наши лучшие гонщики выступят в открытом чемпионате и первенстве Уральского федерального округа, который пройдет в Магнитогорске.